Доброе утро. Как меня слышно, видно? Будем начинать. Отлично, будем начинать, не будем задерживаться. Видите, как вам повезло. Ни с того, ни с сего. Еще раз повторюсь, два, конечно, не похожих вебинара, но они дополняют друг друга. И то, о чем я сегодня вам буду рассказывать, вы можете делать так, как я, а можете это все дело, грубо говоря, проводить у себя в бьюти-чате. Это опять же увеличение вашего личного объема, личные продажи. Итак, начнем. Как вообще пришла мне эта идея? Конечно, немножко истории. Итак, вы все прекрасно знаете, что вот у меня 18 июня 11 лет, как я в компании. Личный объем я держу 100 и более баллов, в этом каталоге будет 200. Но с каждым каталогом все тяжелее и тяжелее мне это делать. Почему? Потому что у меня на 100% проработан теплый круг. Поэтому бьюти-чат у меня есть, там 30 человек, но там буквально, чтобы вас не обмануть, наверное, человек 5, которые периодически у меня что-то заказывают. Дальше я туда добавила зарегистрированных у меня покупателей, которые очень-очень редко делают заказы. Поэтому, если они что-то хотят заказать, я делаю на себя заказ. Если они хотят заказать наборчик, я делаю на них заказ, потому что у них есть личный номер. И добавила пару человек, которые когда-то были зарегистрированы. Конечно, я им предлагала, отрабатывая по отчетам, но они не захотели. Как говорится, никто их заставлять не будет, но личные баллы мне нужны. Вот такие у меня люди в бьюти-чате. Опять же, повторюсь, это где-то 30 человек. Сами понимаете, очень мало. И плюс они именно в чате не написали ни одного слова. Вот на самом деле, если им что-то нужно, они пишут мне в личку. А в бьюти-чате я просто их уведомляю о некоторых акциях. Вот. Также, как говорится, я нигде не хожу, не продаю. То есть это когда-то давно было, ходила по организациям, но это все привело к тому, что, знаете, люди не ценят. И плюс, давайте не будем забывать, что я уже давным-давно директор, и мне даже непрезентабельно, я бы так сказала, ходить и что-то где-то продавать. Поэтому я везде, куда я когда-то ходила с товаром, можно сказать, оставила, зарегистрировала своих знакомых, самых популярных покупателей, и в итоге они делают заказы, эти организации, еще больше, чем покупали у меня. И если я где-то делала какие-то скидочки, то, например, в гимназии, я знаю, моя Елена, она все продает по цене каталога. Поэтому еще раз повторюсь, это мы считаем, что люди, ой, им дорого, надо сделать скидочку и так далее. Но еще раз повторюсь, давайте будем любить и ценить себя, потому что мало того, что вы сделали заказ, вы за ним сходили, а потом еще куда-то отнесли, а потом еще отнесли и скажут, ой, подожди, у меня там 25-го или 10-го зарплата. Кто с этим сталкивался, ставим единички. Вот. Также, конечно, я стараюсь по максимуму посещать вебинары. И всегда где-то с какого-то вебинара, даже если я эту тему знаю от и до, всегда что-то где-то возьмешь. Вот, допустим, я сейчас готовилась и, конечно, слушала Жанну, потому что благо у нас телефон, телефон везде и всюду, и все равно что-то где-то я услышала, я узрела. Поэтому еще раз повторюсь, с каждого вебинара что-то где-то слышала. И, по-моему, если я не ошибаюсь, Аня Тарасюк рассказывала, как она проводит розыгрыш у себя в группе в ВК. Опять же, повторюсь, ну, у меня тоже так было. Опять же говорю, а сейчас без вопросов. Люди берут, как она с ними разбирается, я не знаю, девочки, но что она сама мне говорила, по цене каталога у нее берут, ну там она скинет там пару копеек, чтобы округлить. Поэтому опять же говорю, мы просто привыкли за всех все решать. Вот. И я решила попробовать именно
Розыгрыш только не в соцсетях, а в мессенджере. Мне больше всего нравится Viber. У меня все знакомые, все консультанты. Ну, одним словом, мне удобнее Viber, поэтому я попробовала в Viber. Но, опять же, повторюсь, это можно делать и в бьюти-чате, и можно делать... И в WhatsApp, и в Telegram попробовать, только изучить где-то какие-то фишки, но в принципе это, девчонки, работает. И опять же повторюсь, когда вы это все услышите, узнаете, вы поймете, что это на самом деле возможность и где-то подзаработать, и оплатить какой-то заказ, и даже вот заработать на рекламу и так далее и тому подобное. А сейчас поставьте, пожалуйста, двоечки, ну, здесь, что касается, допустим, Беларусь. Кто умеет платить, делать платежи через МТС деньги? Поставьте, пожалуйста, двоечки. Не знаю, или такие платежи есть в России, но мне кажется, везде такие есть платежи. Мы, как говорится, живем в 21 веке уже 22 года. Вот, поэтому я придумала, что лучше всего не грузить, грубо говоря, людей нашими платежами, там, красота и здоровье или ЕПОС, зачем? Все умеют оплачивать на телефон, поэтому было принято мной решение, что все платежи будут приниматься на телефон. Итак, значит, конечно, конечно, а потом все быстренько перекинул и никаких вопросов. Значит, девчонки, я рассказываю действия, если вы заводите так, как я, вот, к примеру, на свой город или на свою деревню. Опять же, повторюсь, мы живем в 21 веке, и во всех есть Viber. И у моей мамы есть Viber, 56 лет, и я думаю, у всех есть Viber, и моя мама находится во всех чатах купи-продай, и только выкинул кто-то знакомый, она сразу, о, тот-то уже продает тот-то. Вот. Имеет делиться видео, тикток и так далее, поэтому не судите по кому-то из своих знакомых. Люди нынче продвинутые. Поэтому я рассказываю, как я создала отдельный чат, который за неделю набрал 108 человек. Итак, нужно вам сразу же выбрать хорошую, запоминающую, яркую, девочки, обложку. Для чего? Чтобы вы потом ее не меняли, потому что, что ни говори, люди могут забыть, как называется ваш чат. Но обложку они запомнят 100%. Это, кстати, касается и аватарок. Это я знаю, что некоторые любят только новая фотосессия и быстрее поменяли аватарку, и быстрее поменяли аватарку. Люди нас запоминают по аватаркам. И то же самое по обложкам. Поэтому выбрали запоминающуюся обложку. Дальше. Не забываем, что создаем сообщество, не группу. Опять же, и Жанна сегодня говорила, чтобы новые вступившие видели историю, видели закреп. И плюс, чтобы мы могли контролировать это сообщество. Потому что я не знаю, как у вас, а у нас в структурных чатах, примерочки, каждый день по 10, по 15 человек мы удаляем спама, потому что спам просто летает. Поэтому в сообществе это все красивенько делается. А если вы группу, и плюс будут какие-то рекламы, будут какие-то там взаимопиары, чтобы этого не было, у вас должно быть сообщество. Дальше. Наполнить приветствием. Приветствие примерно такое же, как мы начинаем и бьюти-чат. То есть правила. Что здесь будет, как отключить звук, как отключить уведомления, как сделать, чтобы не сохранялись картиночки. И затем написали какую-то предысторию, можно сказать, и все. И затем я добавила пару человек, девчонки, чтобы вас не обмануть. Я не знаю, кстати, почему, у кого так, напишите, пожалуйста, тоже. Я не знаю, почему у меня сейчас, когда я начинаю добавлять в любую группу, у меня стоит максимум 8. Если раньше у меня стояло 50 максимум, сейчас максимум 8. И неважно, это группы или
Люди, у меня максимум 8 стоит. Вот, затем я добавила пару человек, которых посчитала нужным. И опять же, здесь вы решаете сами. Так как я живу в маленьком городе, я сначала добавила тех, кого посчитала нужным, кто может участвовать. Затем я добавила пару консультантов, которые я считаю, что могут участвовать, потому что даже если человек постоянно делает заказы, как говорится, на халяву, получить какую-нибудь штучку, никто от такого не отказался. Вот не знаю, может быть, чтобы меньше блокировать, может быть. Вот, и плюс реклама у меня прошла во всех аккаунтах Instagram, у меня их 4 постоянно работающих, то есть была пригласительная, ставим, кстати, троечки, кто умеет ставить ссылки у себя в Instagram в Stories, кто умеет ставить ссылки, ставим троечки, кто не умеет, ставим минус, вот. Значит, сделала это и попробовала, не заблочили, кстати, попробовала приглашение сделать в ВК. Не заблочили, все нормально работает. И, понимаете, опять же повторюсь, ну и, конечно, кого добавила, сразу предложила, добавляйте в чат, здесь будет интересно. И сначала просто словами писала, а потом, как говорится, словила себя на мысли. Может, это я умная, может, кто-то не умеет это делать. Поэтому я поделилась ссылочкой в чат и написала, что, мол, приглашение по этой ссылке, разошлите ее тем, кому считаете нужным. И кинула в 2 чата пригласительную ссылку групп, которых я создавала. Купи-продай, ну, это у нас, который я давным-давно создавала, но кинула ненадолго, то есть если я поделилась где-то в часов, может, 5, ночью, может, в час или в 2, я ее удалила, потому что я считаю, что в основном все сидят в интернете вечером, потому что у всех дома нынче Wi-Fi, и кто захотел, тот уже перешел, вот, поэтому я эти ссылки удалила. Дальше. Таким образом, мы можем продавать все, что у нас есть в наличии. То есть, если у вас есть что-то в наличии, вы можете таким образом продавать, вы можете формировать наборы. Вот. Дальше. Вы можете сначала, как говорится, допустим, прощупать свою целевую аудиторию, сделать опрос. Ставим 4, кто умеет делать опрос в Вайбере. Сделать опрос и спросить, что вы хотите, чтобы разыграли там парфюмерию, бытовую химию, косметику, там уход за телом, допустим, или же аксессуары. Проголосовали. Вот у меня, кажется, ну, сейчас было вчера 115, за сегодня 2 вышло, 113, но проголосовало, наверное, человек 15 только в розыгрыше, но все равно, то есть, кто хочет, тот активничает, вот, но еще раз повторюсь, реальнее фото лучше заходит. Дальше я, как говорится, никакой вычурности не делала, никаких лишних телодвижений, я просто сфотографировала, что у меня было. Затем обрезала лишнее, если нужно было обрезать. И дальше редактор в телефоне. Просто, я думаю, у всех под фото есть редактор, там, где можно написать текст и так далее. И просто подписала. И в итоге вот это скинула же в чат. И плюс эту же картинку с небольшой, сейчас все покажу, предысторию кинула во все свои аккаунты Instagram. Чтобы, как говорится, себе облегчить работу, можно, допустим, в одном аккаунте кинуть все фотографии, отметить другие и так далее. Но я это не делала, я просто сделала картинку в Instagram, нажала «Сохранить», и затем эти же фотки разместила на всех аккаунтах Instagram, только сделала кликабельные ссылочки. Так, как это все было выглядеть? Значит, вот такая у меня аватарка. Вот почему я скинула, что я не пропала, училась и реализировала, потому что был период, что сторисов на некоторых аккаунтах не было. Вот, поэтому вот такая вот
пригласительная небольшая. Запускаю новый чат розыгрыша Faberlic. Значит, здесь сразу оговорюсь, что сначала у меня была цель работать только со своим городом. А затем я подумала, что, в принципе, таким образом можно работать, если захочешь, и по всей Беларуси, даже если выиграет человек, который, ну, с другого города, отправляете ему выигрыш спокойно на ПВ, на себя, без всяких регистраций, без ничего, чтобы человека не грузить. А у меня, допустим, так тоже очень много людей забирают заказы на чужих людей. И как бы я не переживаю, там зарегистрируют его, не зарегистрируют. У нас здесь немного другая цель. И плюс, видите, подробнее в чате и ссылочка. Это все сторисы. И ссылочка, и вы ссылочку подписываете как хотите. Хотите розыгрыши Faberlic, хотите розыгрыши тут или участие здесь. В общем, как подписали, так и подписали. Дальше вот, допустим, я начала средства для духовок. Рассказываю все честно, без прикрас. Поэтому, как говорится, решать вам, но рассказываю свой опыт. Значит, я сфотографировала средства для духовок, которое у меня было в наличии, с двух сторон. И провела такой небольшой опрос, опять же, на всех аккаунтах у себя. Очень многие на меня подписаны, кто видел такие сторисы, ставьте пятерочки. И вот я думаю, все знают нашу изюминку, наш хит продаж, пробовали все, да, нет, слышала, но нет. Вы не поверите, два человека ответили, что не пробовали. То есть такие есть. Конечно, я все увидела, кто это сделал. Дальше. У каждого из вас есть возможность это средство приобрести почти даром. И сделала небольшой опрос. Как говорится, посмотреть мышление, у кого есть мышление бедного. И знаете, мне очень даже понравились ответы. За сколько купили бы это средство? 7 рублей, 5 рублей, 4 рубля, 2 рубля. Вы не поверите, я вот на самом деле думала, что люди все-таки мелочные. И все ответят по 2 рубля. Нет, нет, еще раз нет. Один человек или два только ответили. А участвовало много. Участвовало человек, наверное, 30 по 2 рубля. А в основном отвечали кто 7, кто 5. Пару человек 4. И вот говорю, два человека ответили, что за 2 рубля. Вот такие у меня были сторис. Затем я запускала вот, как, то, что я говорила, обработанная картиночка. Точно такая картиночка была в чате самого розыгрыша, и вот у вас есть шикарная возможность купить эту изюминку помощника для любой хозяйки всего за 1 рубль, тоже может быть, переходи в чат Viber и участвуй, опять же, кликабельная ссылка, и если у вас хорошая аватарка, когда девчонки нажимают на розыгрыши тут, сразу появляется Viber, то есть они не сразу в чат попадают, Viber, и вот это аватарка, а затем они уже переходят в сам чат. Значит, рассказываю, опять же, повторюсь, все без прикрас, честно, поэтому, как говорится, решать вам, но рассказываю. Значит, я запустила, как вы уже поняли, идея мне пришла в прошлый четверг, не в этот, что был, а в прошлый четверг. Сидя на ПВ, я все эти картинки сделала, я чат создала, приветствие и так далее и тому подобное. То есть, как говорится, я никогда, вот, кстати, никого не хочу осудить, но я просто знаю, что некоторые так делают. У меня офис 10 лет. Я никогда там не сидела, не смотрела кино, никакой сериал, никакую передачу, ничего. Я постоянно что-то делаю. Вот я сама себя поражаюсь, но абсолютно не занимаюсь всякой билибердой, вот, и условие, значит, у меня было, что розыгрыш состоится при участии не менее 15 человек, один номер, это 1 рубль, оплата мне на мобильный телефон, каждому присваивается номер по порядку, затем я просто сделала быстренько запись с экрана, но это когда подвела итоги, сразу скинула в чат, там было даже, может, минута 0,5, то есть как бы быстренько, генератор случайных чисел, как обычно, и победителю вручаю лично или отправляюсь в другого города. Значит, еще раз повторюсь, в четверг была эта идея сделана, я разместила во всех соцсетях, кого посчитала, добавила, в пятницу у меня уже было, в пятницу у меня уже было, значит,
30 с чем-то человек. И к воскресенью у меня было 84 человека, и так они, можно сказать, и очень долго держались. Но, значит, это что касается чата. Значит, он у меня называется «Розыгрыши Фаберлик». Значит, сначала обычное приветствие, точно так, как в YouTube-чате. Приглашайте знакомых, друзей в сообщество. Вот. Дальше картиночка, как отключить звуки. Дальше уведомление, что первый розыгрыш состоится при наличии в группе 115 человек. Опять же, напоминаю, приглашаем в чат. Так, дальше, сегодня у нас стартует первый розыгрыш, где мы разыграем наш хит-продаж «Шикарное средство». В общем, я описала картиночку, затем под картиночкой обязательно разместила, благо у нас есть все в продуктовых чатах, и плюс, так как я уже планировала это делать, я заранее насобирала различных картинок, вот где виден эффект работы нашего средства для духовок. То есть я не кидала вот эту тонну текста с сайта. Максимум, что можно сделать, скопировать отзыв, скрин и отправить отзывы. Но я просто кинула фотки, как работает наше средство. И опять же, условия. Условия обязательно в закрепе, чтобы человек попадал к вам в чат и сразу видел закреп. Розыгрыш средства для духовок. Значит, рассказываю. Просто смотрю, здесь у нас добавлено. Значит, так. В четверг я это все дело сделала. В пятницу у меня люди появились. И одна девочка, консультант, делает заказы ко мне на ПВ постоянно. Сделала оплату двумя чеками. Не знаю, это она с подругой или с кем, или она просто решила сделать оплату двумя чеками на инфокиоске. Прислала в чат два чека. Я ей присвоила номерки. Этой девочке было в пятницу, и чтобы вас не обмануть, до среды тишь да гладь. Вообще. Никто ничего, я периодически это, кто там станет следующим обладателем номера, но различные там мотивашки, там то-то все. Люди добавляются, но девчонки, у меня разыгрывается 15 номеров, у меня выкуплено только 2. Я понимаю, что что-то не то. И в итоге, так. Опять же, по-моему, в четверг, сидя на ПВ, я решила изменить. Благо у меня это все было. Вот, я решила сфотографировать. Вот, кстати, наверное, следующий слайд. Да, я решила добавить до средства для духовок средства для мытья посуды. И опять же, без какого-то, как говорится, зазрения совести и так далее, опять же, это все сделала, подписала. Опять же, да, Люба, точно. Опять же, сделала текст просто в фоторедакторе. Значит, опять же, бомблю все эти свои аккаунты и написала, что мол, я к вам с шикарной новостью решила разыграть не просто средства для духовок, а набор средств. Это средства для чистки духовок и концентрированное средство для мытья посуды. Кто участвовал, то есть, как говорится, чтобы другим не было обидно, так и было написано, что кто уже приобрел себе номерки, они за вами остаются, закрепляются, условия остаются тоже, участие тоже за 1 рубль, но только у нас будет уже не 15 номерочков, а 20. Вот, и это вы видите, что вот розыгрыш средства для духовок плюс средства для посуды, разыгрывается 20 номеров. Стоимость одного номера 1 рубль. Кто желает выиграть ваши действия, оплачивайте мне 1 рубль на мобильный телефон такой-то, присылайте в чат чек оплаты, получайте свой счастливый номер билета, ждете завершения розыгрыша. Розыгрыш считается завершенным, если будут выкуплены все 20 номеров. Можно покупать и 2, и 3 билета сразу, больше вероятность выигрыша. Не забываем скидывать фото или скрин оплаты. Вот. И затем, опять же, в тот четверг я добавила еще пару человек, которые постоянные покупатели, ну, консультанты, которые сами покупают. Но, опять же, говорю, никто не запрещал на халяву получить любимый продукт. Вот. И, девчонки, это все дело было в четверг.
И как пошли розыгрыши, я вам, вот смотрите, в 21:29 вот кинули рубль, номер 18, удачи, то есть 21:29, осталось только два номера. То есть, представьте, неделю было продано только два билета, поэтому еще раз повторюсь, я рассказываю все честно, без прикрас, со своими ошибками. Еще раз повторюсь, я это все делала первый раз, ранее у меня такого никогда не было, поэтому я думаю, вы все поняли, что лучше разыгрывать набором. Вот. Опять же, здесь вы можете сами смотреть суммы. Я взяла 1 рубль. Вы можете взять 80 копеек. Вот я, допустим, эту тему рассказывала на планерке. У меня Света сразу применила. Она взяла билетик по 80 копеек, разыгрывала жидкий пятновый водитель. У нее выкупили, по-моему, за 2 дня его. То есть вот 15 билетиков. Можете 50 копеек, только там билетиков больше. Смотрите сами, может, если будет 50 копеек, то люди, допустим, будут сразу по 4 выкупать. Вот. И опять же, в тот же день, вот, видите, до этого. Так, значит, вот в пятницу мне 2 рубля кинули, обманула вас немножко. 21-го в субботу мне кинули 3 рубля, то есть кто-то выкупил сразу 3 билетика. И дальше, видите, все в четверг пошло. Все-все-все пошло в четверг, было выкуплено все 20 билетов. Сейчас, уже проанализировав некоторые моменты, я могу сказать, опять же говорю, все проводилось тестово, у меня сейчас уже очередной розыгрыш идет на воду. Значит, можно номер по порядку присваивать, или же можно ввести так, что если у вас разыгрывается 20 билетов, так и говорите. Выбирайте себе свободный билет и номер билета, а в чате у вас есть перечень. Там номера лотереи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20. И тот, кто выбрал имена, как человек в Вайбере у вас подписан, так и есть имена. И каждый раз это все дело, грубо говоря, повторять. То есть люди могут сами выбирать. Поэтому, как говорится, смотрите сами, я в первом розыгрыше сама присваивала по порядку. Вот, человек прислал скрин чека, сразу пришло уведомление в МТС, как говорится, все нормально. Ну, а через МТС деньги, если нужно, перечислил на регномер себе. Вот. И значит, вот, видите, в 22:33, это опять же четверг, девочка последняя скинула 2 рубля. Ура, Алена, вы завершили розыгрыш. Ваши номера 19-20. Удачи. Розыгрыш закрыт, скоро подведем итоги. Так как я говорила, просто запись с экрана, не заливая ни на YouTube, ничего, просто быстренько скинула и все. Поздравила победителя. И, кстати, выиграла та девочка, которая начала розыгрыш. То есть она начала розыгрыш двумя чеками и затем в конце опять же еще одним чеком кинула 2 рубля. То есть она всего потратила 4 рубля, но в итоге получила 2 средства. Точнее, она еще не получила, сегодня придет. Вот, поздравила в чате я ее, поздравила в личку, спросила, как вам удобнее забрать, она сказала, приду к вам во вторник на ПВ. Пусть приходит. Ну и, конечно, сразу попросила, что когда получите, напишите, пришлите фото, потому что, ну, мало ли, может, кто-то думает, что здесь подарки не дарят. Дальше, вот, как это все дальше происходило, значит, поздравили Людмилу, что разыграть следующее, вот вам голоса, не забываем добавлять новых участников, вот, опять же, добрый день, уважаемые участники чата, победитель розыгрыша определен, уведомлен и получит свой подарок во вторник. Конечно, сразу похвастается этим чат, но я думаю, мы не будем ждать вторника, это была, по-моему, пятница, а сразу запустим новый розыгрыш. По вашим голосам в этот раз разыграем парфюмерную воду 50 миллилитров. Всем удачи, ловите условия. И опять же, то же самое условие, только поменяла там водичка такая-то, фото этой воды, так как она у меня есть в наличии, и так как у меня ПВ, у меня есть все образцы, то есть здесь снизу запечатанная вода, сверху как она выглядит, я разыгрываю мур-мур, 20 номеров, и так как это вода, я поставила 2 рубля. Вот. И опять же, не забываем, описание скинула этой водички.
Так, и начала кидать периодически ссылочки, чтобы приглашали. И вот когда кидаешь ссылочки, не только пишем, не забываем добавлять новых участников, а когда ты кидаешь ссылочку, как это все делать, сразу добавляются люди. Вот, допустим, сейчас на скрине 108, а я говорила, что вчера было уже 115. Вот, вот таким вот образом происходит. Опять же, по всем аккаунтам Инстаграм рассказываю это все. Дальше вот то, что я вам говорила. Не успела я скинуть розыгрыш, сразу одна девочка поучаствовала. Она мой консультант, забирает у меня заказы. Вода человеку нравится, почему бы не попробовать воду, которая в каталоге 23 рубля, это сейчас она на акции, обычно она 29, не получить за 2 рубля. Почему бы нет? Вот, поэтому, в принципе, абсолютно ничего сложного здесь нет. Если есть вопросы, пишите. Как ни странно, у меня последний чат, слайд, но к чему здесь личные обороты, как я уже говорила? Значит, выводы. Таким образом, можно продавать все, что у вас есть в наличии, или же, если вы, допустим, добирали до минимального заказа, или, допустим, вам нужно добрать до баллов, там, 50 или 100, у вас есть чат, вы быстренько сделали опрос, что разыграть, бла-бла-бла, люди проголосовали, вы быстренько, даже если... Сейчас все расскажу. Значит, получается, вот, допустим, вы посмотрели, сколько вам баллов не хватает, нашли воды, которые дают это количество баллов, скинули сразу в три фото, допустим, давайте выберем, какую разыграть, ставим лайки, где больше лайков разыграли, в итоге, да, где-то вам можно сразу вложить деньги, а если быстренько разыгралось, вам сразу сделали оплаты на телефон, вы быстренько перечислили их на регномер и оплатили заказ. Так, значит, опять же, здесь идет заработок, и сейчас расскажу про заработок. Вот, к примеру, с средством для духовок. В каталоге оно, по-моему, 6,89, если я не ошибаюсь. Вот, уже, если поучаствует 7 человек, уже средство вышло 7 рублей. То есть вы его продали по каталогу. У меня участвовало в розыгрыше 15 человек. То есть средство для духовок может, ну не может, а обошлось бы, если вся нумерация выкуплена, за 15 рублей. Но так как слабо шло, я добавила средства для посуды. Там, в принципе, цена почти одинаковая. Плюс, вот я вам написала свою цену. Значит, 5 рублей 10 копеек средства для духовок, 4 рубля 7 копеек средства для посуды. Вот, 9 рублей 17 копеек плюс 2% доставка, грубо говоря, 10 рублей. У меня участвовало в розыгрыше 20 номерков по 1 рублю. То есть у меня этих два средства выкупилось за 20 рублей. Как вы видите, выигрыш два раза. Опять же, повторюсь, но этот розыгрыш у меня вышло, что шел неделю. Если вы хотите продать быстро, можно или по 50 копеек, или по 80 копеек, или по 70. Как говорится, смотрите сами. Значит, можно продавать, Людмила, или что у вас есть в наличии, или я недавно рассказала, перед тем, как заказывать, или сделали опрос, или вы сами выбрали. Вы проводите розыгрыш, вы рулите этим чатом. Вы даете людям, как говорится, возможность купить выгодно. И в чем суть? Вот даже сейчас не все участвуют, и близко не все, но что самое интересное, люди не выходят. И когда я проводила опросник, последний вопрос так и был. Ждем другой товар, допустим. Некоторые ждут другой товар. Кто-то, допустим, не знает эту воду Мурмур. Зачем ему, как говорится, покупать кота в мешке, даже если за 2 рубля? Не нравится. Вот. Поэтому, может быть, можно было бы взять какую-то популярную. Ну, допустим, у меня было в наличии Мурмур. Почему? Потому что я считаю, что лучше заходит то, что живое фото, а не фото
каталога. Да, я потом скинула фото каталога. Посмотрите, сколько сейчас стоит эта вода. Да, почти все покупали у меня сразу по два номера. Вот одна вообще три купила. Ну, так вы же говорю, вы сами решаете. 70 копеек, там 80 копеек. Все ложат на телефон, все знают, как это делать. Но опять же повторюсь, здесь есть реальная возможность и продать, что у тебя есть в наличии, допустим, уже всем знакомым показала, никому ничего не надо, а вот, допустим, эта тушь у меня есть. Но в чем суть? Если вы, допустим, предлагаете тушь, она у вас есть в наличии, если она у вас есть такая, вы ей сами пользуетесь, значит, фото туши, дальше вы свою открыли, показали, какая там кисточка, свой отзыв, благо у нас есть куча чатов, где или про эту тушь был отзыв, или же очень многие умеют сами писать красивые отзывы. Кто не умеет, добро пожаловать к нам в чат копирайтеров, но кто просто сидит, мы, конечно, тех удаляем. Но, опять же, повторюсь, здесь можно, как говорится, нормально заработать. Вот, допустим, вода Мурмур, когда будут выкуплены все номера, она выйдет 20, 40 рублей. Обычно она там 29 по каталогу, то есть я думаю, не нужно рассказывать, что выручка, как говорится, налицо. Какие еще есть вопросы? Но опять же повторюсь, только 2 недели я это тестирую, но у меня отдельный чат. Это вы можете проводить в бьюти-чате, если вас там уже достаточное количество. И плюс у меня в условиях, что могут участвовать все, и мужчины, и женщины, и зарегистрированные, и не зарегистрированные. То есть здесь я абсолютно не делала никаких разграничений. Так, вопросы есть? Потому что у меня, в принципе, по информации все. Напоминаю, что это ваш чат, вы сами придумываете условия. Вы сами придумываете цену. Так, я поняла, это я сделаю. Пришлю вам видео, как сделать ссылку на чат. По-моему, оно у меня есть. Значит, ссылочку на чат. Еще что? Как выключать звуки в Вайбере, я думаю, все знают. Как делать, чтобы Вайбер не забивал, не сохранял все картинки, тоже, думаю, все знают. Но, опять же, повторюсь, меньше чем за неделю было 100 человек. И вот лично я мало там кого, ну, процентов 20 я там людей знаю, остальных я знать не знаю. Аня, рада была полезной, это ты мне подала эту идею со своим бутичком. Все, всем пока, всем успешного завершения каталога. Не забываем, он у нас двухкаталожный, но каталог заканчивается 5 июня. Запись будет через пару минут. Будет закрытый вебинар, поэтому не лайкаем, просто смотрим. Все, всем пока.